Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой. Сегодня у нас с вами очередное видео. И сегодня, вот, кстати, сдала анализы. Сегодня после нескольких моих эфиров я хотела с вами поговорить о информационной зависимости, зависимости от социальных сетей. Почему это важно? Потому что у людей с низким дофамином и с проблемами с серотонином есть очень много всяких зависимостей. И я бы сказала, что действительно это нуждается в некой коррекции. Как можно справиться с зависимостью от телефона, вообще с какой-либо зависимостью? Для того, чтобы справиться с зависимостью, очень-очень важно посвятить некоторое время действительно, собственно говоря, обучению чему-то новому. И, друзья, для того, чтобы справиться с симптомами тревоги, депрессии, важно выходить в состояние учителя, с кем-то заниматься, с кем-то встречаться и, собственно говоря, решать свои базовые моменты. Зависимость приходит тогда, когда есть долгий стресс, когда есть различные нарушения и когда есть проблема, собственно говоря, с жизненными установками. Друзья, сегодня вечером я провожу эфир, и сегодня мы с вами говорим о том, как помочь справиться с, собственно говоря, зависимым поведением. Если эта тема ваша, то напишите мне комментарий.